половину резинками, да. Потом вот эти вот это. Так там еще и на ноже все наклеено, показано. А потом от кожуры вот этой вот... Как ложечка, так... Да. А, вот как. Так, хорошо, давай. Да, Сарьяна сказала ей нож в руки не давать. Сарьяночка, а почему, солнышко? Сильно острый. Да нет, аман. Дедушка недавно нож потащил, я вам палец. Чуть-чуть сейчас зажила. То есть ты была неловкая, да, после того, как мужчина поточил. А авокадо-то, смотри, у нас какой-то авокадо, наверное, мы его и не почистим. Он у нас какой-то... А, да нет. Нормально? Нормально, мы получится у нас. Да, так, Вероника, ты попробуешь? Я попробую. Ну давай. Аленушка, ты у нас чай завариваешь. Ага. Моя ты красавица. Ну давай. Сейчас мы все конфетки попробуем. Сейчас. И тортик у нас. Тортик хочет? Ну скажи, Вероника, тортик хочу. Не хочу. Здрасте. Там есть конфеты. Ну понятно, что конфеты есть. Но ты взяла, ты как-то не по сценарию. Взяла и сказала, не хочу. Что такое вообще? А, тортик хочу, было бы ожидаемо. Было ожидаемо. Было бы ожидаемо. Да. А так ты взяла и сказала, не хочу, да? Я хочу тортик. Ты моя, ты красота. Торт. Хотя бы кусочек. Да хоть два, хоть весь. У нас же два торта. У нас два. А тебя, между прочим, еще ждет. Какой торт? Ты помнишь? А, ну-ка громче скажи. Киевский. Да, твой кусочек тебя ждет. Сейчас я тебе его достану. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, подожди, Вероника, подожди, я сейчас достану киевский тортик. Держи твой кусочек. Гильза. Ну, тут как бы тебе и Диане, но я так чувствую, что мы Диану не дождемся. Поэтому пусть размораживается, оставь его там, и да. Будешь его кушать. Я уже ножи. Где мне новенькую взять? Где новенькая? Вот, по-моему, новенькой и нет у нас больше. Очень хорошо. Так что уже как-нибудь вот так. Если только там какой-нибудь огрызочек внизу найдешь. Ну, давай. Пробуем. Давай. Так. Так. Ты все по инструкции делаешь? Наверное. Кто ищет? О, как ровненько. Кто ищет, тот вот. Всегда найдет. Ты нашла? Молодец. Нет, вы посмотри, пока не зажигай. Посмотри, что делает Вероника. Вам же интересно, что она делает, да? Ну-ка. Ну. О! Ух ты. Так. Теперь вот этой штучкой. Пойдем. Так. Аккуратненько. Вы нам показывайте, пожалуйста, что мы не видим там. Сейчас. Так вот. Оп. Отлично. Спасибо. Так. Так, а теперь как-то это выколопнуть. Да, вот так вот, как ложечкой. Как-то авокадо маленькое, да? Ага. Крошка такая. Под ту вилочку. То есть теперь позиция номер 3. Да. Но вы уже над столом делаете, приготовьте вообще безобразие какое на столе. Мы только бабушку покормили, у нас тут все. Ну. Мне зажигать можно? Куда? Нет, пока не надо. Давайте вот это вот сделаем. Ну, где? Ну, вот это же чистенькое. Давай вот сюда. Давай. Удобно, слушайте. Удобно? Очень. Ты смотри, как здорово, а. И все тут. Отошла, да? Да. Потрясающе. Я-то еще тот любитель авокадо. Потрясающе. Еще ж как чулочек. Раз. Оп. И сняли. Тут маленько. Оп. Потрясающе. Теперь, Аленушка, чтобы он... Сарьяна, вот здесь вот сразу лимончик из холодильника. Быстренько. И сбрызну. У тебя просто, подожди, у тебя руки в этой, в серии. Ты уже приготовила зажигать свечу. Где он? Добрый. А, вон он, сзади. Извини, пожалуйста, вон он, Ален. Давайте его сюда. Дубль так. 2. Выдавливай сок. Так. Дубль 2. Так. Отлично. Угу. Поливай его. Поливай. Мы салатик будем делать? Да. Да. Класс. Вы будете салатик делать. Только вы сами будете делать. Можно хорошо. Я ничего не буду делать? Хорошо. Вон у вас там помидоры, желтые. Наконец-то нам дали бразды правления. Ой, а то я вам что, не давала никогда? Нет. Да я сейчас сяду и не встану. Сами будете все делать. Ага. Вот точно вам говорю. Вы 2 минуты не просидите. А вот просижу. Нет, не просидите. Так, ну посмотри. Маленько срезала. Ну, скажите, я 2 же просидела. Нет, я вообще не буду вставать. Я сейчас камеру поставлю, смотри, что делает. Смотрите, какой у нее глаз. Какой у нее глаз, как она авокадо сейчас. Все до последнего она там выгрызает. А тут как красиво, как мило-то, а.
Аленушка полила, да? Да. И вторую? Да, и я тоже. Хорошо. Аленка, ты что там делаешь? Помидоры. Стесняюсь. А, вы делайте, что хотите. Все, я могу, да, уже сесть за стол, а вы сами все можете. Можно мне зажечь? Да, зажигайте. Зажигай, чтоб горело ясно. Ну-ка, поем. Зажигай, чтобы не... Ну, тональность не та. Зажигай, чтоб горело ясно. Дальше. Сальяна, ты как-то хорошо начала танцевать, и вдруг перестала. Да я чувствую свечку. Алена, а дальше что там, слова какие? Сделано в России. Зажигай, сделано в России. Между прочим, ага, вот сейчас вот смотрится и скажешь, Наташа, ты опять играешь со спичками, еще и детей этому учишь. Ну что это такое? Там на пожара тут не что? Что за шутки? Дядя. Да, мне дай-ка, в субботу... подождите, пожалуйста. Вам, между прочим, в субботу петь. Если ты в Китай не уезжаешь, тебе нужно будет петь для МЧС. Я подержу пускай. Легко. Так что, если ты не уезжаешь, Сарьяна поет, у Сарьяны будет дебют. А что петь там? У Сарьяны будет... дебют будет на банкете у нее. Дебют. Да, 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 ни разу не пела. Нет, на банкете ни разу. Она будет петь, да. Аленка будет петь, мы будем поздравлять огнебойцев. А чего петь? А что хотите? Веселенько. А что хотите? Грустненько. Сарьяна будет петь песню «Товарищ», потому что для... экзамена, да? Репетиция, да? Ну, никак не получается. Сейчас. Да что зажглась? Нет. А, зажглась, да? Ну, слава богу. А, ну хорошо, все. Сейчас только я вылью воск, чтобы она лучше горела. Сарьяна уже сдала песню «Товарищ». Я считаю, что для людей, которые работают, трудятся в противопожарной, то есть занимают, в пожарной охране, то есть это одна из структур МЧС, они должны быть настоящими товарищами, потому что чувство товарищества должно быть у них как никакое. Не надо там, не надо меня любить, но товарищем ты, другом ты должен быть мне. А иначе как? Ну как? Как тушить пожар? Как спасать? Никак. Поэтому я и говорю, чтобы спела песню «Товарищ». Она думает. Она думает. Безобразие. Что она думает-то? Ну что она думает? Зачем? Ай! Придется еще раз зажигать, Илю. Она потухла. Она выпала у меня. Лицо Алены. Слушай, какая классная штука. Сердите на меня, пожалуйста. Авокадо, 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 авокадо. Мы ее четвертый раз будем зажигать. Четвертый раз будем зажигать? Ну я неаккуратно просто, я хотела слить воск, чтобы было пламя лучше. Твое лицо, когда она сама погасла. Тыгдын, 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 тыгдын. Все, сейчас зажигаем и идем. Ну вот. Ура! Все хорошо. Отдайте, пожалуйста, мне ее. На. Ты видишь, как вот здесь вот я подплавила ее. Ну ничего. Я отдаю тебе. Это так нам. Все. Я беру с собой ее камеру. Так, чай. Сарьяночка, все, за стол, за стол. Я ухожу, я не встану. Салат сами режьте. Авокадо. А если мы испортим? Не испортим, это сделай. Ну вы же сами будете кушать, вы же себе делаете. Ничего себе, Вероничка. Нет, мне не жаль, кушай, кушай, кушай. Давайте. А я пошла, а я пошла уже пить чай из новой кружки. Тарелку дайте только. Да. Сами берите, да. Ничего не дам.